Вот я вам скажу одну простую вещь. Вот два телевизора у вас стоят, вы их смотрите с нормального расстояния просмотра, там 2-3 метра. Две игры запущены, две консоли. Одна в 4К, другая вот Full HD на плазме. В слепом тесте, вот если взять любых людей, у них 100% зрение, они все прекрасно видят, будет казаться, что плазма это 4К, а OLED современный Full HD. Вот я вам скажу одну простую вещь. Оп, и струнчик. Оп, Бориса. Оп, и струнчик. Оп, Бориса. Борис с канала «Новая Алдова» такой из телевизора вылазил, вот так вот. Вылазила камера из телека. И вот эта камера, хоботок вот этот вылазил, и там действительно подходишь к нему, и ты мог жестами управлять. Там канал раз. Пролистнул, или там еще что-нибудь сделать, там громкость увеличить, там что-нибудь такое. И потом еще голосовые команды были в самсунговских телеках, помню, поначалу. Я вам скажу одну простую вещь. Бориса, ты жить и кайфовать, жить себе в кайф и при этом ни в чем себе не отказывать, зарабатывать на своем хобби, как бы вот этом. Вот этом. Так, иди нахер. Ну, а что так, блин, до хрена?